Вот так вот. Добрый день. Нахожусь на территории технопарка Энгельский. Это территория управления отходами. Хотел встретиться с руководством, уточнить, как обстоят дела с возгоранием, с тем, что, к сожалению, рекоператор травит народ. Но вот охрана созвонила с руководством, и мне запрещено пройти на территорию, и уж тем более, наверное, встретиться с руководством. К сожалению, работа рекоператора в регионе связана только с проблемами, которые доставляет он гражданам. То не вывозится мусор, и людей травят в местах, где они живут. А теперь еще и куча мусора, которую должны были контролировать, пересыпать, правильно хранить, начала тлеть, и уже тлеет четвертый день, отравляя воздух жителей Энгельса и близлежащих поселков. Очень жалко, что такой непрофессионализм в работе присутствует, и граждане вынуждены страдать. Обращаюсь к руководству региона и к всем тем, кто занимается и принимает решения по вопросам, связанным с экологией, природоохраной. Наведите уже порядок, примите правильные решения, сделайте все, чтобы люди, живущие в Энгельсе, чувствовали себя нормальными, здоровыми, полноценными людьми. Хватит травить народ.